Вот хочу поскорее спеть песню о вертолете, потому что, ну, воевавшим это не надо пояснять, но вертолетчики, конечно, на всех локальных конфликтах, люди незаменимые, и потом очень большие потери. Вот в Афганистане за годы Афганской войны, вернее так, мы потеряли 40% вертолетчиков страны. Это не значит, что они все убиты были. А просто когда еще первый раз собьют, то ребята так иногда там с ума не сходят, продолжают летать. А когда уже второй раз сбивают, то уже это не летчики, уже в небо не затащит. Вот, это героические ребята. Я потом посмотрел, как-то перелистал свою толстую книгу «Афганский дневник» и понял, что из тех, о ком я писал, и с кем так достаточно много летал, больше 2/3 погибло. То есть из 15, по-моему, там где-то 11 человек погибло. Из тех, с кем я летал, представляете? Беснуются лопасти над головой, дрожит рукоять управления. Заходишь от солнца, и дождь живой, сверяешь с наземною тенью. Берешь на себя, все берешь на себя, за все отвечаешь исходы. Железная птица, покорно трубя, соскальзывает с небосводом. Пробита обшивка, разбито стекло, передняя стойка погнута. Но ты приземлился, тебе повезло, тебе и в пехоте кому-то. Он ранен, тебя посылали к нему, ты сел под обстрелом на скалы. Железная птица в сигнальном дыму с гранитным слилась пьедесталом. Погрузка окончена, двинут шаг газ, с трудом отрываешь машину. Ты в небе, ты выжил, и ты его спас, бойца с безымянной вершины. Набрал высоту, оглянулся в отсек, бортехник кивнул, все в порядке. Летит вертолетчик, живи, человек, счастливые ребята посадки. Берем на себя, все берем на себя, за все отвечаем исходы. Железные птицы, покорно трубя, летят посреди небосвода. Ну, тоже в записке было вот там, звезду электронной эстрады. Иногда меня спрашивали, а про какую певицу вы написали? Не про какую, но все-таки думал про Анну Вески. Помните, была такая? Довольно симпатично, да. Она выступала в Афганистане. Мало кто знает, что у нее брат был в советской офисе. Распердяй, помню. Звезду электронной эстрады, красавицу лет 30, на точку из Желалабада и выпало перевести. Она улыбается ярко, по лесенке всходит в салон, одетая в темный, не маркий, но бархатный комбинезон. Запущен движок вертолета, ревет и вибрирует мир. Огляды боятся пилоты, как будто она командир. Величественно и лукаво певица кивает слегка, вручая им сладкое право нести ее под облакам. Отводят смущенные взгляды, взлетают в эфир, говорят, над рощами Джелалабада с бесценной ношей парят. Потом начинаются горы, вершины близки и грозны, тревожнее переговоры, которые ей не слышны. Как молоды летчики эти, певица подумалась вдруг, здоровались прямо как дети, смущаясь касания рук. С улыбкой встала в салоне, прошла каблучками стуча, и две несравненные
чудных ладоней накрыли два юных плечан. Но не оглянулись стрелой, не вздрогнули, не напряглись, и лишь впереди вертолета какие-то искры зажглись. С минуту стояла меж кресел, вернулась в салон на скамью, ругая свой жест, он из песен и чуткую душу свою. На точке простилась надменно, спустилась по лесенке в пыль и гордо шагнула в военный подъехавший автомобиль. Пилоты плечами пожали, проштрафились чем и когда, ведь даже что их обстреляли, не знала в салоне звезда. Запущен движок вертолета, ревет и вибрирует мир. Летим, как тому пулемету, сквозь зубы сказал командир. Красуется за даром, там на дроге
ручьем стоит камыш, три роста человечек. Летучая ночная мышь порхает в нем беспечном. Там обезьяны из чечок пугают из гамута. Там снайпера стреляют в лоб, что должен, кроме шуток. Там снайпера стреляют в лоб, что должен, кроме шуток. Днем ветер, ночью снегопад, морозные рассветы, а мы летим в Джалал-Абад, в Джалал-Абаде летом.